Здравствуйте, дорогие детки! Сегодня я вам расскажу сказку, которая называется «Сказка про зайку». Жил-был дремучий-дремучий лес, а в лесу жил-был серенький пушистый зайка. Зайке очень нравилось играть, развиваться, прыгать по солнечным радостным полянкам. Но лес, в котором жил зайка, был очень дремучий, и светлых полянок в нем было мало. И однажды зайка спросил: «Лес, почему ты такой дремучий?» Тяжело вздохнул лес, зашелестел листвой, заскрипел сучьями, ответил: «Потому что я старый». Тогда зайка спросил: «Лес, а когда ты был молодой, у тебя было больше светлых солнечных полянок, на которых так хорошо прыгать?» «Ничего», не ответил лес, заскрежетал старой корой, заохал сонными совами. Тогда побежал зайка в темную чащу леса к самому большому дереву, на котором жил древний мудрый филин. «Здравствуй, филин», — сказал зайка, — «ты очень древний и все знаешь. Скажи, почему лес такой дремучий?» «Ух-ух», — ответил филин. «А когда лес был молодой, у него было больше полянок, по которым так хорошо прыгать?» «Ух-ух», — ответил филин. «Скажи, а есть где-нибудь молодой лес?» «Ух-ух», — ответил филин, потоптался на ветке и повернулся на восток. «Спасибо, филин», — сказал зайка. «Ух-ух», — ответил филин. Поскакал зайка на восток. День и ночь скакал зайка и оказался в молодом светлом лесу, в котором было много солнечных полянок. Зайка целый день прыгал по полянкам, играл с бабочками и стрекозами, бегал от цветка к цветку вслед за сердитыми серьезными шмелями, пока не наступил вечер. Устал зайка, забрался в густую траву под тонкой молодой осинкой, свернулся калачиком и уснул. Всю ночь снился зайке старый лес. Лес стонал от непогоды, кренился под проливным дождем, пригибался под хлесткими молниями, скрипел сучьями, шумел листвой, скрежетал старой корой. Утром проснулся зайка и поскакал назад. День и ночь скакал зайка, и, наконец, он снова оказался в своем старом лесу. «Здравствуй, лес!» — сказал зайка. «Здравствуй, зайка!» — сказал лес. «Где ты был?» – спросил лес. «Я был в молодом лесу, который на востоке», – ответил зайка. «Тебе там было хорошо?» – спросил лес. «Очень хорошо», – ответил зайка. «Там очень весело, очень много светлых солнечных полянок, по которым так хорошо прыгать». «Почему же ты тогда вернулся?» – спросил лес. Задумался зайка и пошевелил пушистыми ушками и ответил: «Потому что в том лесу хорошо и без меня, а тебе без меня плохо». Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!